Компания «Нутриция» представляет. Каждый родитель дорожит здоровьем своего ребенка. Развить физическое и духовное здоровье ребенка – основная миссия каждого взрослого. Именно вы, родители, создаете здоровое будущее своих детей. Здоровое поколение. Высококвалифицированные врачи и выдающиеся тренеры объединяются для выполнения одной миссии – создания поколения здоровых людей. Показать профессиональный подход к физкультуре, к профилактике и к лечению хронических заболеваний у детей – основная задача проекта «Здоровое поколение». Организаторы проекта – Первый детский медицинский центр и Служба здорового тела. Здоровое поколение. В течение первых лет жизни у человека происходит формирование иммунной системы, которая помогает ему защищаться от бактерий и вирусов. К сожалению, у части детей иммунная система развита слабо, и они подвержены высокому риску острых респираторных заболеваний. Сегодня мы поговорим о реабилитации часто болеющих детей. Команда детей вызвалась помочь специалистам продемонстрировать то, какие физические упражнения используют в лечении различных заболеваний. Привет, меня зовут Вероника, мне 13 лет, и я люблю играть в футбол. Родителям надо помнить, что перед началом занятий физической культурой необходимо пройти обследование для определения функциональных возможностей детского организма. Нарушение иммунитета сопровождается дефицитом белков, витаминов и микроэлементов в организме ребенка. Важнейшим в комплексном оздоровлении часто болеющих детей является соблюдение режима дня, рациональное питание, в частности, использование специальных продуктов питания и лечебного питания. Большое значение имеет соблюдение процедур закаливания, также гимнастика и массаж. А в более старшем возрасте это активные физические нагрузки и спортивные занятия. Здоровое поколение. Тренеры и врачи объединились для выполнения одной общей задачи – создания здорового поколения. Мы формируем физическое и духовное здоровье детей. Каждому ребенку применяем бережный, индивидуальный и профессиональный подход. Служба здорового тела разработала специальные комплексы для детей с различными заболеваниями именно в плане лечебной физкультуры. Причины нарушений, связанных с иммунной системой у детей, различны. Частые и особенно тяжело протекающие острые респираторные заболевания, наличие осложнений, уменьшение интервалов между эпизодами ОРЗ. Необходимость применения антибиотиков в остром периоде приводит к нарушению физического развития, проблемы с пищеварением, снижению активности иммунитета и формированию хронических воспалительных очагов инфекции, что, в свою очередь, повышает частоту заболеваний. Такой порочный круг помогают разорвать только врачи, специалисты, при активном участии родителей. Важнейшим для формирования иммунного статуса ребенка является рациональное питание. Родители должны помнить, что избежать частых болезней у детей можно, если правильно формировать иммунитет с детства. После завершения грудного вскармливания дети должны получать максимально полезные молочные продукты, например, малютку для больших, разработанную компанией «Нутриция». Для часто болеющих детей особенно важно укрепить весь мышечный корсет организма. Как это сделать, тренер показал Веронике на первом занятии. Для начала инструктор предложил размяться в гимнастическом зале и выполнить простые упражнения, такие как выпады. Далее беговая дорожка и подтягивания на петлях для интенсивного тренинга. Еще его называют TRX. И подтягивания в гравитроне. Для профилактики простудных заболеваний я рекомендую общие физические упражнения. Также дыхательные упражнения для улучшения носового дыхания. Важны такие виды спорта, как бег, ходьба, плавание. С развитием адаптации к физическим нагрузкам значительно увеличиваются резервные возможности организма. С увеличением тренированности значительно повышается иммунитет. Здоровое поколение. Врачи и тренеры подберут индивидуальную систему обследования, наблюдения и тренировок вашего ребенка. Станьте участником программы «Здоровое поколение» и получите подарок от Первого детского медицинского центра и Службы здорового тела. Звоните 244-00. Ваш звонок – здоровое будущее вашего ребенка. Здоровый образ жизни – это не только физическая активность, но и правильное, полноценное питание, что особенно важно для детей. Включайся! Мы вместе создаем здоровое поколение.